На минулых выходных на дорогах Гомельской области отбылось 96 дорожно-транспортных здарений. Есть ахвяры. У Петрикове на скрыжовании улиц Чапаева и Гоголя 84-годовый мотоциклист не предоставил перевагу автобусу МАЗ и здесьснил сутыкнение. У вынику ДТЗ мотоциклист загинул на месте здарения. А у Ветковском районе молодый мотоциклист неправильно выбрал хуткость, не справился с керованием и перекулился. С травмами его достали. Ставили у больницу. У суботу на автодорозе Речица-Лоев автомобиль «Ровер» догнал «Форд». По невысветленных даденных машины сутыкнулися по час руху у спадорожным накерунку. У вынику «Форд» з'ехал у кювет, где несколько разов перекулился. Потерпели его пассажиры. 55-годовая жанчына и 3-годовая дзяўчынка. Их доставили у больницу. Тем часом у Гомельском районе ДТЗ учинил пьяный водитель. Мужчина не справился с кераванием, выехал на левую обочину и урезался у цагляны сарай. У вынику потерпела пассажирка. После оказания меддопомоги жанчыну отпустили до дому.